Этот трек создан при поддержке 1xBet, самого крутого букмекера во всей вселенной. Ссылка в описании. Я лучший форвард России. По количеству татух до мундиаля был звездой, но вдруг резко потух. После того, как увидела мой удар по немкой, со мной не стала здороваться соседка Ленка. Весной швырял варианты, искал топ-клубы, а после чемпа мира отшивать стали грубо. В Локомотив занесли меня футбольные боги. Чувствую себя служителем железной дороги. Я в Краснодаре устроил сцену из фильма «Форсаж», набрал номер президента, ну когда уже продашь? И тут летят из Москвы 9 миллионов. Дядя Федя врывается в Лигу чемпионов. В Европе я уже был, и там не кайфанул. Бегать за Фейенорд было совсем не кул. В Леванте за выживание я мог бы бороться, но перед каждым матчем пришлось бы упороться. В России получаю я 3 миллиона за сезон, да за такие бабки бегал бы Кобзон. Я в Краснодаре не видел больше перспектив. Беру билет на поезд, встречай Локомотив. Федор Смолов теперь правый железнодорожник. От ран душевных его не лечит подорожник. У этой песни выходит довольно грустный мотив. Вместо Европы Федя едет в Локомотив. Федор Смолов теперь бравый железнодорожник. От ран душевных его не лечит подорожник. У этой песни выходит довольно грустный мотив. Вместо Европы Федя едет в Локомотив. Ура! Наконец-то мой любимый дядя Федор приехал! Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки запасем!